FNAF 1 уже более такая детализированная. Смотрите, как она круто сделана. Ребята, в конце ролика обязательно напишите, какая пиццерия вам больше всех понравилась. Пока мисс, эта пиццерия больше всех мне нравится. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем приветики, млечки. Все хотели рубрику, чтоб я построил постройки в Scrap Mechanic и по тематике FNAF. Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас крутые постройки по FNAF-у. Погнали. Буду показывать самые свежие, которые только вышли. И даже сегодня в этом ролике будут большие классные пиццерии. Поэтому досмотрите ролик до конца. Так, Серега, я надеюсь, ты знаешь, что это за чили пиздрик. Это Монти. Это Монти. Еще раз. Красавец. О, дает. Монти. Так, ну и что, как всегда, мы будем делать классный обзор построек и потом их разрушать. Подожди, у него должны быть механизмы. Вот прям вижу, у него какие-то есть туда. Да, есть. Какие-то соединения. А как его включить? Подожди. На жопе может. Может, между ног? А, вот, кнопка. А, не, показалось. На жопе может. А тут нет сиденья. А сиденье должно быть оранжевым. Да? Да, тут его нет. Не, это, видимо, недоделанный Монти, Дима. Тогда мы его починим, пацаны. Смотрите. А ты прям... Да, я прям умею чинить, я профессиональный чинильщик этих построек. Взрывной чинил один. Так, Серега, угадывай, кто это? Это Чика. Ой, что с ней? А чё, смотрите, даже хвост сделали на веревке. Это очень прикольно, так. Почему у неё крюк Фокси? А, где-то... А, кстати, да. Уже это намешано с разных аниматроников? А, да, рука Бонни, да, что это? И хвост, разве у Чики есть хвост? Нет, это знаешь, это смесь Чики, Фокси. Бонни, Фокси. Бульдога с мышерогом. Это больше, знаешь, кого напоминает? Это напоминает мне этого Блопа. А мне как-то Эннерда напоминает. Да, тоже напоминает Эннерда. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы сразу снимем постройки. Только постройки будут мега-гигантские. Ну что, надеюсь, постройка достойна взрыва. Так, давайте дальше. У нас еще впереди очень много крутых построек. Вот такой у нас есть чилипиздрик. Я так понимаю, что это один и тот же разработчик делал. А в нем механизма вообще нет. Да, нема механизм, давайте его лежа рассмотрим. Тоже довольно-таки неплохо, можно по нем потоптаться. Кстати, новый вид обзоров построек. Топчемся по глазам Фредди. Вот так вот. Посмотри на его Диму. На его глаза, он косоглазый какой-то. Да, кстати, он офигел с того, что мы с ним делаем. Рахит. Так. Давай я ему подарочек. Вот. Все-таки мы его поставим. Это что? О, стоит, отлично. О, так ты уже бомбу прицепил? Да. Так, подожди, пока не взрывай, я хочу все-таки посмотреть. Да, нема кнопки, но вот по виду должны быть механизмы. Это странно, что их нету. Поэтому прощай, подлец. Я ему галстук такой сделал. Красиво разлетаются они. Дима, у тебя на нолике должна быть такая штучка, которая показывает механизмы. Да, смотрел. Так, надо моды. Блин, а видите, я не проверял постройки все. Поэтому надо моды на некоторые будут. Может маленький быть. Фокси. Да, давайте пока не будем разрушать. Сейчас еще поставлю, какие-то у нас постройки есть. У нас есть Фредди вот такой вот. Тоже маленький. Рахитный Фокси. Не, ну знаете, скажу больше, они узнаваемые. Да, они маленькие, но они узнаваемые. Да. Это, короче, ребята, что может вам попасться в киндер-сюрпризе? Прикольненько. О, вот этот Фокси уже большой, прикольный. Кнопку вижу, пацанчики. Я тоже вижу кнопку. Вот я нажал, смотри на его морду, лица. Дима, хочешь прикол? Там вторая кнопка есть. Да, даже третья вроде есть. Нажимайте все подряд. Подождите. Жмякайте сейчас, все. Заберусь туда. Так. Рукой нажал. Шевелится. И не показывается, главное, что механизмы есть. Ну да. Не, есть, показывается. Да. Кнопки же, они получаются розовым цветом. Угу. Ну да, неплохо. Так, смотрите, сдалека попробую бомбу взорвать, посмотрим ее радиус. Как думаешь, Серега? Вот так вот, на таком радиусе взорвутся они? Давай посмотрим. Интересно даже. Не. Да, а ну давай ты бомбу, вот которую ты ставил, да, вот эту вот. Ну это уже ближе, ну давай проверим. Ой, красиво, офигеть. А другая не взорвалась. Но. Очень странно. Не, взорвалась, видишь, она пропала вниз туда. Значит, взорвалась. Так, Серега. Очень крутая пиццерия, просто мега крутая. Ой. Ультра мега лаги. Лагает? Застрял. Нет. Я сейчас подниму вот так вот.
Так, ну что, давайте попробую ее уронить. Если будет лагать, давай. Я ее сразу подхвачу постройкой. Ой, подлагал. Подхватываю постройкой, все, я понял. Давай, ну, давайте короче. Хотя бы ее так посмотрим, да, Серега? Нет, самое главное, нет. Что ее можно будет разрушать. Это самое главное, что нам нравится. Так, ну что, ломайте колитейшены. Заходим. А, маленькая. Вот. Ой, прикольно. Что это за у нас что? Тут? О, я знаю, это Sister Location, да, вроде бы? Мне кажется, это FNAF 6. Да? Соединение нет. А для чего эта штука тогда? Там какие-то оборудования находятся. А, это первый FNAF. Да, это первый FNAF, смотрите, здесь прикольно все сделано. Вот специальный вход, которым мы не воспользовались. Так. Карахиты, сири. О, тут сиденье есть. Тут, смотри, прям вертушки есть. Миртушки. Дим, садись. О, Дима, смотри, фонарик. Да. А, кстати, работает. Я думал, не будет ничего работать. Ну, только кнопки не работают, когда на подставке стоит. Не хотят работать. Что тут можно? Ага, вы нажимаете на кнопки. Дима, у нас сиденье есть. Сядь. Я иду. А там уже Серега. Так, Серега. Ты чё, какаешь, что ли? Блин, поставили пиццерию, он сразу срать сел. Ух ты. Ты чего? Ты не всю пиццерию сломал. Да, кстати, бомба не такая уж и большая. Выносим аниматроников, пока не поздно. Давай. Так, вот эту бомбу. Ой-ой-ой-ой-ой. И моя бомба тоже, Серега, взорвалась. А чё так много? А так надо. Так, у нас следующий есть аниматроникс. Вот такой вот есть. О, Бонни. Тихо, мужик. Он на гитаре играет, ты что не видишь? У него как-то странно анимация сделана. Рок-н-ролл. Так, включаем. По-любому есть кнопка, да, я вижу, вы уже нажали ее. Одна? Там две. Две, да? Да, две. Ну-ка. Но до второй я не могу добраться. Ну, тоже прикольно. Просто получается механический аниматроник. Он ушами двигает. Да, он ушами шевелит. Так, ребят, давайте посмотрим, какие у нас бомбы еще есть. У нас и бомбы есть с разных паков. Кстати, Серега, может в следующий ролик снять, какая бомба самая крутая? Можно. Вот такая у нас бомба смотри, есть. А тут смотри, тут есть какая-то такая бомба еще. Вот такая вот есть. А ты смотри, вот такая есть еще. Ой. А я нашел ядерную бомбу, похоже. Нифига, Серега, что за бомба? А ну поставь, да я ее взорву, а ну вот это. А ну вот это, которое я поставил, чисто одну. Вот моя бомба. Серега, мы теперь будем этой бомбой, что ли, все взрывать? Нифига себе. Так, сначала сейчас твою взорвем, а потом уже мою. Давай проверим. Погоди, Дима, а ты смотри, вот такая есть еще. Что это? Нет, залагает игра, не надо, Серега, в конце ролика лучше. Мы уже проверяли. Будет такой трэш, это даже хуже, чем Гаррисмот лагает. Так, вот такая у нас есть пиццерия. Блин, да моды надо. Что значит... Разработчики не подписывают, какие моды надо. Эй, моды! Ой, хоть одна пиццерия поставилась, я уже запереживал. А ну-ка уже убирайте придавила. Подставку свою, кто там поставил? Я буду сейчас... Ой, Серега. Ой. Серега, прихлопнули, стопэ. Все, нормально, отхлопнули. Серега, отходи. Выходи. Да, иди. Буду ставить. Иди ко мне, у меня вход. Так, ну что, давайте проверим, будет лагать? Будет. Блин, лагает, да. Давайте все-таки на подставке посмотрим, хоть как-то. Так, поднимаем. Дима, вот здесь вход, где я. Да, все, опускаем ее полностью. Чпоньк. И тут Федор. Федя. Федор? А, ну, Фредди. Мишка. О, прикольный вход сделан. Кстати, ребята, эти постройки свежайшие вышли вот буквально там в течение, не знаю, недели, может. Это так, да, за неделю. Прям тут свежачок. Дима, кнопка делает фонарик в глазах. Блин, было бы какое-то оружие, чтобы растворять можно было кубики. Стреляешь, они растворяются, ну типа разрушаются, такие даже каменные, не только картонные. Может, есть такие пушки-моды? Надо посмотреть. Вроде есть такие кислотные, типа разъедают. Во, такое нам надо. О, Дима, это пиццерия из FNAF 1, уже более такая детализированная. Смотрите, как она круто сделана. Ребята, в конце ролика обязательно напишите, какая пиццерия вам больше всех понравилась. Пока мисс, эта пиццерия больше всех мне нравится. Ну реально круто. О, это еще как автоматы с водой. Да? Дима, смотрите, офисе, давайте кухню. Я в комнате охранницы. Я иду, охранницы. Охранницы? О, тут даже свет работает, офигеть. Кто там клацает? Я сейчас стошнит. Иду. Тут сранник есть. Сранники у нас есть, отлично. Они заперты. Серега, это ты клацаешь свет? Да. А я думаю, это что оно булькает там все? А ты где? А ты ко мне подойди. Да, мы идем, мы с туалета приближаемся.
Ой, офис вообще круто, черепушки всякие. Двери, правда, не работают, а так вот фонарики работают. Ну да, двери не будут работать. О, так значит тут какие-то мини-геймы есть, смотри, Серега. Возможно, ну давай проверю. Потому что игра, карта вроде называется мини-гейм. А тут надо мод, видимо, накачивать. Нет, какой-то. Надо просто ее с подставки убирать, но она будет лагать. Да. Хотя карта плоская, раньше не лагала. Это какое-то обновление странное вышло. Так, где мы? Все проверили, все четко. А вот тут что? Так, косяк там отвалился. Так, а там не ладно, ничего. Ну что, Серега, давай затести мою бомбу. Давай, надеюсь, это будет прикольно. Жду вас на выходе. Давай, давай. Убегаем. Так, ставим бомбу. Вот так вот. Посмотрим. Напишите, ребята, в комментариях, разрушить всю пиццерию или не всю. Я думаю, что разрушить всю, потому что бомба реально мощная. Полетели. Нифига, он три раза, да, взрывается? Да. Да, уничтожила. Бомба. Кстати, она быстрее просчитывается, чем те бомбы. Это очень классно. Так, вот такая. Да блин, моды надо, вы задрали, разработчики карт. О, вот такая есть. Опа. Так, дальше у нас будут аниматроники. Крутые. Так, Дима, тут пускай. Вход, если что. Да-да-да. Так, это FNAF 1, я уже так понимаю, или нет? Который благополучно нельзя открыть. Там пиццерия очень крутая была. Ну, это была Security Breach, но для нее надо моды. Хотя, когда я скачивал, не было написано, какие моды. Это, да, тоже FNAF 1 и более рахитная, чем то. Что за FNAF 1 такая странная? Так-так-так, подождите, застрял. Даже аниматроников нет. Да? Ну все так по-крупному сделано. Ого, тут экраны, нифига себе, какие-то сундуки, а не телевизоры. Все такое большое, а чего такие маленькие? Мы в мире карлик. Что за бред? Ты тоже Дим карлик. Да? Ну да, мы все маленькие. Мы дети. Серега, ты опять стратил, да сколько можно? Дайте на Сереге на лицо. Так, ну что, давайте будем ее разрушать. Не, вот та пиццерия предыдущая больше мне нравилась, чем эта. Согласен. Говорю правду. Рахитная. Нифига Ой. Себе она взрывается. Это просто жесть. Я запутался в дыму. Так, давайте прям по крутых постройки будем ставить. Вот такого у нас есть. Брать. Да что такое моды надо? Я сейчас буду орать. Остались еще пиздрики маленькие. О, у меня есть механизм. О. Ну это уже вот с первой есть. Части Федор. Так, что у нас еще есть? А так это Фредди стоял. О, Серега, твоя любимая постройка. Давай, блин, давай, да мод давай. Надо. Ну чтоб вы спали ночью три раза. Блин, на самые крутые постройки надо моды. Хотя и не было подписано. Ну ничто, ничего, ребята, в следующий раз я обязательно теперь буду проверять, потому что... Ну я не знал, что надо моды. Обычно мы качали, и все было четко. Дим, ты его уже спавнил. Я знаю, я сейчас поставлю постройки большие, и я буду смотреть радиус бомбы, который я хочу взорвать. Ой. Я придавила. Так, и надо поставить на очень большом расстоянии машину. О, Серега, давай знаешь, что взорвем? Что, что, что? Ядерную боеголовку, ты ж сложил. Давай, я поставлю ее. Да, давай, давай, давай. Я поставлю сейчас здесь машину картонную. Ой, постройку надо удалить эту. Все-таки давайте так, без нет. нее, чтобы не лагало, потому что, мне кажется, может что-то залагать. Я готов взрывать так. ее. Три. Ну, давай. Два. Один. Бегите. Я буду близко стоять проверять. Ну, надо пострелять. Думаешь? Ой-ой-ой. А я говорил. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.